Дед заболел. Некоторые хотели ее посреди молодая девушка. Она была настолько мила и красива, что даже птицы и звери наглядывались на нее. Каждый апельсин считал бы за честь попасть в ней в руки. Но так не считал, потому что апельсин спрятался от нее. Он считал, что достойный. Я так хочу апельсина! Неужели в этом саду нету ни одного апельсина, который я могла бы сорвать и съесть? Апельсин спрятался от нее и не попал к ней в руки. Ах, я не нашла ни одного апельсина. Как жаль, а ведь я такая хорошая, Я достоин лучшего. Подумаешь, какая ты там девушка. Мало ли девушек достоин хороших. А в другой раз в этот апельсиновый сад зашел медведь с глазами, как звезды. Его мысли были о высшем, но каждый апельсин очень хотел попасть к нему в руки, кроме самого сочного. Когда мудрец подошел к дереву, апельсин спрятался от него. О, я бы хотел попробовать самый сочный апельсин в этом саду, но я не вижу его. А, кажется, его нет. Очень жаль. Ну, моя мудрость безграничная, но я не буду переживать за это. Так проходил день за днем, неделю за неделей, и наступило время сбора урожая. И апельсин опять спрятался между листьями, и сборщики его не увидели. Да, и вот однажды, когда сад обходил сторож, старый, лысый, почти беззубый, сторож подошел к апельсиновому дереву. Что же он увидел? О, апельсинчик! Странно, почему его не заметили сборщики? Ой, какой красивый, сочный апельсин, наверное, вкусный. Ой, так, ну, раз его сборщики не заметили, значит, я его сейчас сам съем. Фу! Ой, какая кислятина! Ужас какой! Ой, выкину-ка я его в канаву, вот, пусть там валяется. Вот. И таким образом, самый сочный и вкусный апельсин, который мог попасть в лучшему, оказался в грязной сочной канаве, где лишь червяки и мухи полакомились. А может, это и есть самое лучшее? Вот так часто бывает, когда долго выбираешь.